Привет! Вы на канале Как Ошибазы, меня зовут Олег Киселев. Если вас интересует, почему наш называется так канал, то посмотрите наше первое видео. Как я обещал у себя в Фейсбуке, я сегодня делаю обзор двух книг Рона Хаббарда. Это две художественные книги, которые прислали мне друзья из церкви саентологии. Первая книга «Мотив Быфти». Как вы можете догадаться из названия книги, речь идет о зомби. Это детектив, где фигурируют зомби. Как и говорила в своем видео Анна-Мария, что она где-то там посредине догадалась, кто убийца или что, я тоже примерно точно так же догадался, точнее у меня было предположение, кто главный злодей в этой книге. Причем это предположение было еще в начале книги, и оно такие действительно так и оказалось. Таким образом, сюжет не очень мудреный, но в принципе читается на одном дыхании. Вторая книга... «Пит черным прапором» — это такой приключенческий, наверное, ну не роман, повесть, с фигурированием в пиратах. Ну, понятно из названия, «Черным прапором». Тут сюжет, я бы сказал, немножко сложнее, то есть там больше каких-то вот идет нагромождений сюжетных линий. Ну, опять-таки, что первая книга, что вторая, это примерно 100 страниц текста, причем в этом издании текст не очень маленький, то есть всего, в принципе, если у вас есть свободные выходные, то за день один текст, за второй день второй текст можно прочитать, это не является проблемой. Опять-таки, сюжет я не рассказываю, чтобы не спойлерить, но что тут интересно отметил я себя в этой книге. Если вы уже смотрели видео с Анной Марией, она там говорила, что нашла сексизм у Рона Хаббарда. А вот я нашел наоборот. Не сексизм, правда, это вообще не связано с сексизмом, а связано с расизмом. Как раз Black Lives Matter в этой книге есть. И чтобы вам доказать, я зачитаю урывок, да, часть. Другий чоловік швидко змінив тему. «Чи не могли б ваші раби перейти і почати переміщення товарів?» – спитав він. А у головного героя Брістоля цілий екіпаж його моряків, піратів, чорні негри, яких він освободив із рабства. «Мої раби?» Ну так, звісно, знітився Даніс, здогадавшись, що зробив якусь помилку, але не зовсім впевнений, в чому саме криється та помилка. «Оці люди на вашій палубі. Ви маєте на увазі мою команду?» – промовив Брістоль з прихованим почуттям гніву у своєму голосі. «Вони вільні люди, а не раби. Так сталося, що я особа не вашого гатунку, панове. Коли я забираю людське життя, я використовую рапіру, а не стовп для шмагання і моріння голодом. І все ж таки я вважаюсь піратом, в той час, як ви з вашими братами вважаєтеся цивілізованими істотами». «Без образ», – швидко промовив Єрсон. «Ці люди», – продовжив Брістоль, ходять зі мною під вітрилами на умовах піратського кодексу. Коли вони втомляться від такого життя, вони зможуть повернутися до Африки з достатньою кількістю грошей, щоб купити і продати своїх правителів. «Ви маєте на увазі, – видихнув Єнсен, – що ви ставитеся до них як до рівних? Більш ніж якийсь капітан військового флоту ставиться до своїх моряків як до рівних. Я можу також зауважити, – сказав Брістолі спокійною усмішкою, – що я радше ходитиму під витривами з цією командою, ніж кимось з вашої породи. Ходімо розберемося з вантажем». Ну, ви ще услышали, який здесь перевод український. В принципі, текст понятен. У мене теж були кілька замечань по поводу перевода. Там, можливо, переводчику потрібно було якось переформулювати. Але, в принципі, текст понятен на українському, это не очень такой уж западноукраинский украинский, он понятен для нас в центральной Украине. Вот. Единственное, что, ну, как во всех книгах Рона Хаббарда, тут есть глоссарий в каждой книге, и в книгах Анна-Мария это тоже, скорее всего, было. И, ну, честно говоря, я мало им пользовался. Но что касается вот этим «Пить черным прапором», то, конечно же, тут очень много морской терминологии. И нужно было заглядывать. Но я не сразу догадался, что оно там стоит в алфавитном порядке. И, честно говоря, было бы удобнее, если бы этот глоссарий сделали постранично. Да? То есть, когда термин первый раз встречается,
то сразу ты смотришь и понимаешь, о чем идет речь, а не думаешь, посмотреть глоссарий или не посмотреть глоссарий. Ну, такое дело. Книжки обе изданы в Ивано-Франковске в издательстве «Медиасон» в 2014 году. И, по-моему, две книжки, которые Анна-Мария рассказывала, также Анна-Мария забыла об этом сказать. Что еще хочу сказать об этих книжках? Что вот первую «Марти в Бывсе» увидел сын и сразу его заинтересовало, потому что он понял, что про зомби. Вот. Ну, я сказал, что я прочитаю потом и скажу вообще, можно тебе такое читать как бы, или нет, вдруг там море крови, секса и так далее. Нет, эти книжки, обе книжки вполне можно читать детям. То есть вот сыну 12 лет я без озарения совести дам, он прочитает, и я уверен, что ему понравится. Более взрослым людям, ну, как вам сказать, тут нету каких-то глубоких переживаний героев. Тут нету мысли осмысления экзистенциальных проблем. Да? То есть это такая достаточно легкая литература, которая читается за один раз. Действительно, просто вот раз прочитать, расслабиться, только вот вникнуть в сюжет и все. Больше ничего в этой, в принципе, литературе нет. Да? Но написано, да, интересно, один раз можно прочитать. Поэтому, если вас интересует, я вам уже сказал, «Медиасон», 2014 год, вы можете загуглить, я думаю, что можно найти. А друзья, в принципе, если друзья захотят, я могу любому из вас дать прочитать эти книги. Ну и, собственно говоря, главный вывод, на самом деле, почему мы читали эти книги, это потому что очень часто в религиозной литературе, когда пишут о Ронни Хаббарде, а если среди вас есть нерелигиоведы, и вы впервые вообще слышите это имя, то Рон Хаббард прежде всего для религиоведов известен тем, что он основатель церкви саентологии. Да? И когда в религиозной литературе говорят о Ронни Хаббарде, то его представляют как писателя-фантаста. Ну вот мы прочитали, я прочитал, по крайней мере, две книги. Одна из них приключенческая история про пирата, второй детектив-зомби. Это не научная фантастика, да? И, как Анна-Мария говорила, в каждой книге есть там перечни всех работ Рона Хаббарда, которые он писал. И, опять-таки, есть в каких стилях он писал. И вот тут есть «Повітряні пригоди», «Далекі пригоди», «Морські пригоди», «Оповідки зі Сходу», «Детективи», «Фентезі», «Науково-фантастика» і «Вестерни» навіть. Да? То есть, я думаю, что это не совсем корректно по отношению к Рону Хаббарду говорить, что он писатель-фантаст. Да? Он работал очень в многих стилях. Причем, что тут в каждой книжке есть о Ронни Хаббарде как о писателе. И говорится о том, что он писал под разными псевдонимами для того, чтобы легче было печататься. Вот. И интересно, что там отмечается, что его вестерны более такие вестернизованные. Ну, имеется в виду, что более вестерны, чем другие классики, которые считались классиками на тот момент, потому что он сам жил на Диком Западе, скажем так, да. Поэтому, то есть он знал сам, как происходит жизнь там, да, и он описывал в своих вестернах то, что он видел. Вот, поэтому, ну, вы знаете, что он там был и исследователем, и как это называется по-русски, путешественникам. Вот. И очень много в этих книгах он описывает из своего опыта. Да? Почему он знает там морское дело? Потому что он был моряком. Почему он знает там азиатские страны? Потому что он путешествовал по Азии и так далее и тому подобное. И, возможно, именно поэтому его книги становятся более интересны, чем могли бы быть, если бы у него не было этого опыта. Вот. Ну, на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.